очередное путешествие вместе с авиакомпанией Аэрофлот весном. Санкт-Петербург, давайте покажем, как мы соскучились по весне, как мы ей рады. Громко поаплодируем, пошумим, покричим. Весна пришла к нам, весна к нам прилетела. Наконец-то! И с каждой секундой становится все теплее. Давайте дарить друг другу любовь. Откройте сердце друг другу.
и пора веселиться. Чем веселее, чем ярче мы встретим весну, тем скорее она уже проявит себя с температурой плюс на улице. Девчонки, покажите, как вы умеете танцевать, покажите, как вы умеете отрываться. Сегодня пятница, сам Бог велел. Какие вы красивые, счастливые, веселые! Да, я такой! Давно мне не прилетало воздушных поцелуев. Вот, вот он сам вам шоумен. Сразу теплее становится. Его действо. Смотрите, как он сам зажигает там стоит. Да, он такой. Ну-ка, давай-ка. Оп-оп-оп, вправо-влево. Зажигай. Можно расстегнуть ремни безопасности и свободно перемещаться по салону нашего самолета. Да, мне билетик, пожалуйста, в Сибирь нам билетик, пожалуйста. Поедем в гости. Самым активно танцующим в полете будут предложены курица и рыба. Курица и рыба? Ну такая, какая. А что ей делать? Интересно, курица живая, нет? Цветочки. Петербург, вялое царство. Вот как нужно улыбаться. Посмотрите на экран. Не, ну маленькие они, да, они вообще их штыривают всегда. Оп-оп-оп. Такой лягушонок зеленый. Больше улыбай, больше улыбай. Интересно, сколько будет еще заплатить за то, что будет он там голосовать. Питер, чуть громче! Как-то мало народу, да? Ну сейчас-то хором споем! Шли на душистый хмель. Петербург, будь готов! Заряжай всю свою энергию! Так, и пора отдыхать на воду! Правильно, надо детей показывать, они готовы на камеру там на детей смотреть.
Сейчас только и дети сосутся. Мальчик такой маленький, девочка, хоп, на булочку обнимает. А, смотри, загусил. А все равно показывает, значит, это еще камера есть, нет? Или она, запаздывает, наверное. Друзья мои, не забывайте фотографироваться, делать селфи и оставлять хэштеги «Аэрофлот Весна» и хэштег «Санкт-Петербург». За лучшую фотографию авиакомпания «Аэрофлот» вручит подарок. Упаковка. Санкт-Петербург сейчас еще можно, так что давайте пошумим так, чтобы нас услышали все районы Питера. Газетки такие, знаете, да? Прикольно. Яркие эмоции. Забавно. Любимые сюжеты. Настоящие чувства. Это весна. Это наше кино. С киновесной. Санкт-Петербург. 10, 11, 12 марта. Мы каждый день встречаемся здесь с 7.30 до 11 вечера. Веселимся и отдыхаем. И вновь продолжим мое веселье буквально через 5 минут. Можете не расходиться, а звонить своим друзьям, знакомым, чтобы они скорее сюда приезжали. И будем веселиться все вместе, всем Санкт-Петербургом. Но пока немного отдохнем.